Шадан. Хорошо, хорошо. Степанов, давай поживей. Следопыт должен бегать как олень. Хорошо, Дон. Отдай, 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 Дон. Отдай, 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 Дон. Отдай, отдай. Хорошо, хорошо. Ну как чувствуешь себя? Как чертяка на сковородке. Тренироваться больше надо. Соображаешь? Фу. Молодец, молодец, хорошо работал. Ах ты, ах ты. Ну на, 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 получай. Жарко. Спасибо, но... Вы прямо-таки колдун, товарищ старшина. А жалко, наверное, расставаться-то. Конечно, жалко. Но что делать? Скоро нам придется расстаться с тобой, Дон, да? Ах ты, ах ты. Перекур. Не гавкай. Мы там лишние. Здравствуйте, девчат. День добрый, товарищ старшина. Пошел. Приходишь, а? Служба. Ну а как у вас тут дела? Ой, запарились. Терезия. Ой. Нам надо с тобой поговорить. Тереза! Сейчас. Тереза! Держи. Дальше, ладно? Так ты что хотел сказать? Демобилизуюсь я скоро. И ты тоже? Значит, скоро домой, в свою любимую Сибирь. Поедем со мной, Терезе. Что? Не будет мне жизни без тебя и в Сибири. Нигде не будет. Я люблю тебя, Терезе. Не надо. Не надо. Письмо из Берлина. Да.
Ну, я пойду. Маринка! От него? Угу. А фотографию прислал? Ну, чертяка. От Белограя письмо? А фотокарточку прислал? А почему? Ну, а может, он рябой? Прошу, простите, как вас величать? Бывший гвардии старшина Иван Белограй. Демобилизован. А вас? Стефан Янович Дзюба. Как? Дзюба Стефан Янович. Директор Яворской конторы по сплаву леса. Очень приятно. Итак, за наше знакомство. За знакомство. Прошу колбаски. Спасибо. Гляжу я на вас, Иване, и гадаю, где ваши корни. Быть может, вы родились где-нибудь там, под северным сиянием, в светлой хижине лесника, на берегу синего озера, среди белых берез. И мать купала меня в череде. Ну, а где же она, твоя счастливая матушка? Нет у меня матери. Умерла в Ленинграде от голода. Отец погиб на Курской дуге. Никого нет. Один я. Ну, а что ж тебя, друже, потянуло в наши края? В ваши края? 5 лет сверхсрочно прослужил в Берлине. Еще бы служил, если бы не она. Кто? Стой! Это же наша Терезия. Увидел ее фотографию в журнале. И не могу забыть. Написал ей, рассказал о себе. Она ответила. 6 месяцев переписываемся. А вот теперь решил демобилизоваться и поехать в ваши края. И не пожалеешь, сынок. Земля наша гостеприимна. Так значит, решили пожениться. Да где там решил? Ведь она даже не знает, рыжий я или черный. Как? Ты не посылал ей свои фотографии? Почему? Плохо отпечатывается моя физиономия на фотобумаге. Вот и отлично. Переночуете у нас, а завтра мы вас отправим к Терезии. С приездом, Стефан Янович. Заждались. Здравствуй, вас. Здравствуй, Михаил. Познакомься, товарищ Белограй. Очень приятно. Уточкам надо подбросить в колхоз Заря. Ну, о чем вы говорите? В 2 счета, прошу. Садитесь.
А ну-ка, остановись, механик. А хорошо здесь. Как все изменилось. А вы разве раньше бывали у нас? Воевал здесь. А-а-а. Вот на этом самом месте меня ранило. Здесь же я оставил своих друзей. Игната Павленко и Петра Захарова. Хороший хлопец. Дерево, дуб разбитый молнией. Виноват, товарищ старшина. Ничего, тебе сейчас ошибаться положено по штату. Мне тоже когда-то под каждым кустом нарушитель мерещился. Кабан на водопой шел.
Оставь ветку. Зачем? Для приметы. Слезайте. Спасибо, дружище. На-ка, подкрепись. Коньяк. Встретимся, как договорились. Через неделю. Не заблудишься? Не беспокойтесь. Каждую тропку знаю, как собственная ладонь. Царство тебе небесное, раб Божий. Браток. Подвезешь до города, на пол-литра заработаешь. Садитесь, товарищ Белограй. С благополучием вас. Что это? Постой. Тихо, Дон. Опять дикий кабан? Двуногой. Ухищренный след. Нарушитель, доложи на заставу. Дежурный, докладывает рядовой Степанов. У погранстолба номер 208 на КСП обнаружен ухищренный след, ведущий в наш тыл. Ведем преследование. Oh, my God.
Не умрешь, не выйдет. Жив, жив, дружище. Виноват, товарищ старшина. Смотри на этого громилу и запоминай, какой он твой первый нарушитель. Нет никакой моей тут доли, товарищ старшина. Товарищ капитан, нарушитель государственной границы задержан. Живого взяли. Хорошо, товарищи. С добрым началом вас, товарищ Степанов. А вас, старшина, с круглым счетом, 30-й. Один шел? Пока неизвестно, товарищ капитан. Немедленно организуйте обратную проработку следа. Слушаюсь. Нормально, Андрюша. Живого, говоришь, взяли? Был живой, товарищ капитан. Честное слово, ни одной раны на нем не найдете. Вскрытие показало, что этот человек отравился. Яд принят вместе с коньяком примерно часа за два до наступления смерти. То есть за час до того, как его обнаружили пограничники. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. Прошите идти. Вам не нужен? Нет. Идите. Ну, какие результаты? Медицинская экспертиза установила, товарищ генерал, что лазутчик отравился. Яд был принят вместе с коньяком за два часа до наступления смерти. Отравился. Почему же это он отравился? Жизнь надоела, что ли? Вряд ли. Его отравили. Вот. Это рабочие скотины использовали в своих целях. Кто-то затеял с нами большую игру, товарищ генерал. Я только что с заставы. При обратной обработке следа старшина Смолярчук установил, что нарушитель часто отдыхал. Почти через каждые 200 метров. Почему он так часто отдыхал? Этот фигурант был лошадью и на своем горбу перетащил главного. А это все маскировка. Так что наши предположения, товарищ Зубавин, совпадают. Вот только кто сидел на лошади и где он сейчас? Разрешите, товарищ майор. Виноват. Приятного аппетита. Разрешите удалиться? Постой! Я вас слушаю, товарищ майор. Чего испугался? Бывший фронтовик? Так точно, товарищ майор. Вот документы. Почему демобилизовался? Срок службы кончился, товарищ майор. И потом сердечная причина. Влюбился в одну здешнюю девчину. Понятно.
На семейную жизнь потянуло. Так точно, товарищ майор. Хочу навсегда поселиться тут. В отечественную сроднился с закарпатской землей. Кровь за нее пролил. Ты воевал в Закарпатье? Так точно. В каких частях? В гвардейской бригаде полковника Самарина. В первом батальоне капитана Федорова. Что ты говоришь? Весь этот путь прошел с боями. Вот так встреча. Мы ж с тобой однополчане. Я командовал вторым батальоном в бригаде Самарина. Как же, помню, Александр Васильевич. Ваш танк первый прорвался через перевал. Я даже помню, как ранило вашего замполита, капитана Козлова. Смотри, какая память. А меня вы не помните? Обо мне тогда все газеты трубили. Да вот, смотрите. Да-да, припоминаю. Лихой гвардеец. Почти не изменился. Каким ты был, таким остался. Так точно, товарищ майор. Майор Перешенченко слушает. Что? Нет, товарищ Смирнов. Отменять решение не будем. Научитесь уважать людей. Я не разрешаю. Все. Ну, гвардеец, что мне с тобой делать? Товарищ Мазепа, здравствуй, я. Такое, брат, дело. Тут надо быстренько устроить на работу героя Отечественной войны, Иван Федоровича Белограя. Да, мой однополчанин. Что говоришь? Слесарем в депо? Ну что ж, ладно. Он сегодня к тебе зайдет. Спасибо, до свидания. Конники в почете, обратитесь, просим вас, к матушке пехоте. Товарищ, остановитесь. Виноват? Пограничный наряд, прошу предъявить документ. Пожалуйста. Вот пропуск. Вот проходное свидетельство. Когда вы получили пропуск в пограничную зону? Там ясно написано по-русски. 5 мая. Кончается срок действия вашего пропуска. А вы не беспокойтесь, старший старшина. Если надо, будет продлим. Куда направляетесь? К Терезе Симак, в колхоз «Заря». Ну и служба у вас в зеленой шапке. У родной матери, наверное, документы проверяете. Нет, не проверяем. А вы по какому делу к Терезе? Это нас не касается. Пожалуйста, могу сказать, у меня секретов нет. Следуйте по вашему делу. Ничего не понимаю, товарищ старшина. Это что такое? Это что такое, а? Разве можно так, мальчик? Они хорошие девочки. Где тут симаки живут? Симаки? Вон там. Вам кого, симаков? Да, Терезе Симак. Терезе, вон вся бригада их там собралась. Спасибо. Я тебе. А ну-ка, проводи. Смотрите, девушки, идет кто-то. Симаки! Герой какой, а? А я вас знаю, девушки. Магда, Мария, Василина, Евдокия. Что вы смотрите? Мне Терезия писала вас всех. Иван Белограй. 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 Разрешите представиться. Гвардии старшина Иван Федорович Белограй. Вы чего задержались? Да вот. Здравствуй, Терезия. А ты посмотри, посмотри, может, узнаешь? Иван. Ну, скорее.
Эй, девчат, опаздываем. Да. Куда опаздываем? Опаздываем. Поехали, поехали. Хорошо у вас. Ой, господи, ну чего ж мы стоим тут на улице? Пойдемте до хаты. Здравствуй, дядя Петро. Здравствуй, медовый человек. Здрасте. Здравствуйте. Чужой человек на селе появился. В солдатском обмундировании без погон. Знаем, дядя Петро, знаем. Ну, будь здоров. До свидания. До свидания. Заходите ко мне на пасеку, метку покушай. Спасибо, зайдем. Сюда. Проходи. Садитесь. Ну, значит, демобилизовался. Да. Жарко. Хочешь, я холодненького молочка сейчас вам принесу. А скажи, Терезия, какой Иван страшней? Тот, который в письмах? Или этот? Живой. И тот был, и этот. Здравия желаю. Здравствуйте. Ой, мама, мама, это же Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, Марья Васильевна. Я же вас знаю. Вы так похожи на мою маму. Она погибла во время блокады в Ленинграде. Ну, садитесь, садитесь. Спасибо. Когда приехал? Сегодня. И надолго? Да думаю, поселиться тут до конца дней своих. Ну, выпейте холодненького молочка. Ну, что-то молочка. На стол собирай, сейчас будем обедать. Не могу, Марья Васильевна, тороплюсь. Ну, успеешь пообедать с нами. Оставайся. Еще надо подумать, где поселиться. Правда, говорят, на родной земле каждый кустик ночевать пустит. Завтра под куст ночевать пойдешь, а сегодня под нашей крышей место найдет. Спасибо, Марья Васильевна. Вот получу разрешение на прописку. И тогда явлюсь к вам, если не передумаете. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Мама? Мам? Ну? Ну, как он тебе? У тебя одно или два сердца? У нас с Андреем была просто дружба. Мамочка, ну вот увидишь, мы с ним останемся друзьями. Ай! Добрый день. Добрый день. У вас купить вина можно? Можно. Вам какого? Натурального или крепленого? Натурального. Это не вы потеряли? Спасибо, пан Белограй. Товарищ Белограй. Если натурального, будь ласковы. Прошу.
освежиться, товарищ Белограй. Натуральное. С удовольствием. Собственного сада. Янтарное? Угу. В следующий раз. Может быть, и там перестали мне доверять. Откуда у вас такие мысли, Стефан Янович? До сих пор я оправдывал высокое доверие шефа. А теперь... Доверие шефа теперь беспредельно. Шеф требует взорвать мост. Но это все равно, что Луну снять с неба. Шеф уверен, что Луна будет снята через 2 недели. Да? Да. Отказываюсь от столь высокого доверия. Руки у меня короткие. Ну что ж, найдутся руки подлиннее. Где вы храните чемодан? Здесь. Возьмите. Что это? Ключ от чемодана. Храните его до вторника. И не вздумайте полюбопытствовать. Иначе... Взлетите на Луну. Я вам прямо скажу, Марья Васильевна, боялся я вас. Вы такая строгая, как была моя покойная мама. Ох, как она следила за Галей, сестрой моей. На пушечный выстрел никого не подпускала. Особенно людей с усами. А мы с Тарази вправду думали, ты не придешь, где-нибудь под кустом заночуешь. Да по правде сказать, спасибо. Так и думал. Ну, надо ужин собирать, а то Терезия скоро вернется. Лапу. Лапу. Хорош. Андрей! Андрей! Вечер добрый, Андрей. Здравствуй. Не уехал? Как видишь, не уехал. Почему же ты не заходишь? Ты же знаешь, почему. Ты, говорят, опять на границе отличился. А еще что говорят? Ты злишься? Нет, Терезия. Я желаю тебе счастья. Хочу, чтобы оно было у тебя. До свидания.
мама. Пришел, отдыхает. Только что вернулся из Заречья, разговаривал с щебанами. Вчера в лесу взяли писиголовца. Писиголовца? Да. По-здешнему сатана в образе человека. Ну? Уложили на повал. На повал? Куда везешь лес? В большом мост. Держи. Снимешь мост со всех сторон и подходы к нему. Почему допустили лесовоз так близко к мосту? Товарищ старшина, это машина леспромхоза. У шофера имеется пропуск в пограничную зону. Не об этом речь. Я спрашиваю, почему машина разгружается не там, где положено. Виноват, товарищ старшина. Разрешите навести порядок? Нет уж, теперь не надо. Пусть разгружаются. У Симаков остановились? Так точно, товарищ капитан. Временно ли постоянно будете жить? Как приживусь. Надежды большие, но... Разрешите идти? Идите. Здравия желаю, товарищ капитан. Здравствуй, Андрей. Интересно знать, кому пришелся по сердцу этот гвардеец. Ходят слухи... Разрешите доложить, товарищ капитан. Слухами не интересуюсь. Виноват, товарищ старшина. Товарищ капитан. Да? Помните, я задержал лазутчика на аэродроме? Который снимал фотоаппаратом портсигаром? Да-да. Только что я видел очень похожий портсигар у шофера Скибана. Михаила Скибана? С леспромхоза? Да-да. Подозрительно манипулировал им возле моста. Что случилось, старшина? А, Миша, здорово. Что, искра в землю ушла? Да тут, наверное, не в землю, а в самые тартарары. Сейчас попробуем найти. Ну, конечно, искра. Да нет, тут все нормально. Закурить у тебя нету? Вон в кармане возьми. В кармане? Да. О чем ты говоришь? От растяпа. Что же ты наделал? Это ж подарок. Извини. Завтра обязательно куплю другой. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Обязательно куплю. Значит, ложная тревога. Выходит, что так. А может быть и не ложная, товарищ капитан.
Мост снял со всех сторон. Прекрасно. Переехал к зимакам. Здорово придумали. Под крышей невесты будете жить, как у Христа за пазухой. Встречи временно прекращаю. Понадобится, дам знать. Все. Ладно. Спасибо. Будь счастлива. Буду. Ой, даже не верится, что завтра моя свадьба. А через недельку-другую на твоей будем плясать. Иди ты, братушка. Иди. Андрей! Товарищи молодожены, от имени и по поручению... Дорогие Петро и Евдокия, от души поздравляем вас, как говорится, с законным браком и желаем вам много-много хорошего. Спасибо. Ну, самого наилучшего. Спасибо. И в знак нашей дружбы примите от нас, пограничников, подарок в ваше молодое хозяйство. Степанов. Подарок. Ой, спасибо, спасибо. Ну, хватит, хватит. Ну, надо же. Поздравляем вас. Спасибо, товарищ старшина, спасибо. Еще раз спасибо. Поздравляем. Большое спасибо, да не за что. Старшина. Спасибо. Да что вы, спасибо. Да что. Пап, ну довольно. Андрей, пошли. Извините. Пошли танцевать. На свадьбе у Терезии, а выдаем замуж Евдокию. Опаздывайте, товарищ гвардеец. А вы не беспокойтесь. Мы свое наверстаем. Счастье мое там, где Терезия. Я всю жизнь буду ее любить. И благодарить вас. Ведь это вы воспитали такую славную девушку. Вы меня не слушаете, Мария Васильевна? Говори, говори. Что ж говорить? Вы в жизни, наверное, немало людей встречали. Так неужели вы не видите, каким мужем я буду для Терезии? Я буду с утра до вечера на руках ее носить. Молиться на нее буду. Пылинки сдувать с нее. А когда же на хлеб будешь зарабатывать?
Мама. Конечно, вы как скажете, так и будет. Ты сама-то чего хочешь? Говори прямо, не крути. Я его люблю. Все бревна заряжены? Все 18. Откройте. Сработает, как только плот подойдет под мост. Ну, ясно. Ну, теперь можно и побаловаться. Стародавнее. Пока. А все-таки я не понимаю, зачем вы затеваете эту комедию со свадьбой? Народ, начальство приглашали. И будете у всех на виду, как памятник на перекрестке. Знаете ли, рисковое дело. Рискованное? Всю жизнь работаю в пасти льва. Привык. Ну что ж, я предупредил. Дальше вот что. Остерегайтесь Смолярчука. Знаете ли, очи любви... Это не важно. А по поводу свадьбы... В тот вечер, когда Терезия оденет свое подвенечное платье, вы переправите меня на ту сторону. С удачей, старшина! Где наловил? В воде. Зря в бутылку лезешь. Давай поговорим на чистоту. Как мужчина с мужчиной. Солдаты ж мы. Кровь за родную землю вместе проливали. Так неужели мы из-за бабы в горло вцепимся друг другу? Молчишь? Ну, хорошо. Давай так. Пусть сама Терезия выбирает. Как скажет, так и будет. Ты или я. Согласен? Из-за бабы. Слушай, как тебя? Белограй. Иван Белограй. Иван Белограй. Слушай, Иван, ты любишь Терезию? Люблю. А что? Да так. То, что выбирать ей нечего, любит она тебя. Сегодня любит, завтра нет. Разве их угадаешь? Мир! Счастливый ты. Не грусти, друг. Жизнь в наших руках. Ну, будь здоров. Будь здоров. С удачным уловом, товарищ старшина. Капитан у себя? У себя. Страна.
нужно. А кто у нас холост, не женат? Это кто же здесь, а холост, не женат? А по ком тоскуют все девчата молодые? Эх, по Андрею Ивановичу, Андрею Ивановичу. Что ж ты голову повесил, что Андреюшка не весел? Андрей Иванович! Старшина, Андрей, неужели ты дружеского совета не понимаешь? Дай прикурить. Соображать надо. Разрешите войти, товарищ капитан? Входи, Андрей, входи. Садитесь, дядя Андрюша! Я за танцевать лебединую озеро! Что-нибудь случилось? Мне нужно с вами поговорить, товарищ капитан. Ну, молодец. Молодец. Я буду танцевать танец с шарфиком. Шарфиком будет, ну, это потом. Слушаю. Сегодня я встретился с женихом Терезией Симак и говорил с ним. Я все знаю, Андрей. И получил приглашение на свадьбу. Ну, ничего, через недельку поедешь домой, постепенно отвыкнешь, забудешь. Старшина Смолярчук, вернитесь. Что это за выходка? Капризная барышня. Не похожа на вас. Виноват, товарищ капитан. Садитесь! В чем дело? Сегодня я виделся с женихом Терезией Симак. Говорил с ним. Не тот он человек, за которого себя выдает. Не тот. А кто же? Пока не знаю. Но знаю, что не любит он ее. Тогда зачем вся эта затея со свадьбой? Не любит? Понимаете, товарищ капитан, он очень разыгрывает из себя благородного, а невесту бабой называет. Андрей, повтори мне слово в слово, о чем вы с ним говорили. Товарищ майор, контрольная установка только что запеленговала кратковременные работы передвижной радиостанции. Координаты? В квадрате 150-140, между Медвежьей Поляной и Черными Скалами. Товарищ генерал, мы прочесали все окрестности квадрата 150 и никого не обнаружили. Но мы подозреваем, что к этому делу причастен шофер Скибан. Скибан, которого старшина Смолярчук засек у моста. Значит, подозрение нашего следопыта подтвердилось. Мы установили, что лесовоз Скибана вернулся в гараж поздно ночью. Разрешите меню? Пограничники заинтересовались шофером. Кружку пива. Жаль терять такого парня, но... Прошу вас. Я сделаю. А вам
Что? Вам надо вернуться домой. Все дело на мази. Рано. Я сам должен убедиться. Понятно. Нет, товарищ генерал, это не самоубийство. Чем-то не угодил главному игроку и этот Дзюба. Старшина Смолярчук стал на след Скибана. Через полчаса Скибан будет схвачен. А почему, гражданин начальник, этот Дзюба поднял на меня руку? Почему хотел убить? Да потому что я знаю всю его подноготную. Боялся он меня. Спокойно. Ожидал изо дня в день разоблачения. Почувствовал, собака, что мне с ним не по дороге. Что рано или поздно я приду к вам с повинной. Сидите, сидите. Он резидент с большим стажем. Многим служил. И Гитлеру служил. А теперь нанялся. А Дзюбе потом. Отвечайте только на вопрос. Пожалуйста, будь ласк. Когда и как вы собирались уничтожить мост? Не знаю. Не знаете? Честное благородное слово не знаю. Прочесали все вокруг моста. Проверили каждый кустик, каждый камушек. Никаких признаков. И Скибан клянется, что ему ничего не известно о плане взрыва моста. А ведь все его прежние показания полностью подтвердились. Неужели Скибан врет? Нет, Скибан не врет. Безусловно, план взрыва моста от него скрыт. Да. Крепкий орешек этот лжебелограй. Ну, будем брать. Рано еще, товарищ генерал. Он может затянуть признание и не так просто его взять живым. Дайте мне еще один день, товарищ генерал. Да. Ну, пойдем на этот риск. Действуйте, как наметили. Здорово, хлопцы. Привет. А как вы плоты на реку выводите? Вот через те ворота. Вот через те? Не-не, вот через эти. А, они опасны? Привыкли. Thank you.
Марья Васильевна. Здравствуй, Ганусь. Ваш квартиран дома? Нет. Вот ему газета из Берлина. Спасибо, Ганусь. До свидания. До свидания. Ну, красиво как, смотри. Да, хорошо, хорошо, а вот это не держит. Ну, это перейдет. Евдокия! Ой, тебя. Муж. Маринка, пойдем выручи, а то ведь не поверит. Пойдем. Вот и тебя это ждет. Идите, идите. Шнурочки ничего не держат. Ну-ка, сделайте что-нибудь, а? Ой, ты знаешь, я что-то я ничего не соображу. Ну, а что ж тут соображать-то? Пришейте сюда пуговичку или крючочек, а сюда петельку, вот и все. На-ка, посмотри. Че? Вот. На Берлинском вокзале молодые солдаты прощаются своим наставником и другом, героем Отечественной войны Иваном Федоровичем Белограем. А, ну-ка, ну-ка. Ну, фамилия-то Белограя, лицо другое. Да, однофамилец. Однофамилец? Вот, газета пришла на наш адрес из Берлина. Ему? Дом Симак. Ну что же, ошибка какая-то. Ошибка? Ну а что, что, что вы думаете? Я думаю. Вы зачем туда? Куда вы? На заставу. К Шапошникову. Ты! Ты с ума сошла! Тебе докажу. Я сама пойду на заставу. Товарищ Белограй! Да. Вам пакет из Берлина. А где он? Марья Васильевна отдала. Добрый день, Марья Васильевна. Что с вами? Вы плакали? А какая мать не плачет, выдавая дочку замуж? Это верно. Почта была? Почта? Нет, я не знаю, может, без меня? Терезия где? Терезия, она сейчас придет. Она пошла к подруге. А я пойду, пока ужин приготовлю. Хорошо. Куда? Отойди от двери. Что ты? Что ты, Иван? Thank you.
Готовь! Подал туда, до горы! Только что! Старшина! На велосипеде он далеко не проедет. Преследуйте самостоятельно, а я блокирую южный склон. Слушаюсь. Товарищ старшина. Преследуй. Вы ранены, товарищ старшина. Преследуй. Живым возьми. Приказываю. След. Сработало. Вы огорчены? Придумано здорово. Хитроумная штуковина, но теперь это только экспонат для нашего музея. Товарищ капитан, товарищ Шапошников, убитого нашли. Где? На перевале, раздетый, завален камнями. Когда нашли? Часа два тому назад. Thank you.
Хочу остаться на сверхсрочную. Хорошо, Андрей. Хорошо.